Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные консультации. У нас пришло очень много писем от наших зрителей, и я читаю первое из них. Здравствуйте, мне 42 года, пишет женщина из Омской области. Была крещена в 30-летнем возрасте, и произошло это не совсем осознанно. Было положено после крещения исповедоваться, дали мне книжку, я переписала грехи, прочитала их, батюшка ничего не спрашивал, до да причастия допустил, теперь я понимаю, что это причастие было совершено в суд и осуждение. После этого моя жизнь полностью была подчинена дьяволу. С мужем развелась, встречалась с молодым человеком, моложе на 11 лет, у которого была семья, маленький ребенок, стала с ним выпивать, в итоге квартиру, нажитую с мужем, Продала, деньги с ним не поделила. Этот молодой человек все эти деньги растратил на свои молодые нужды и уж ушел от меня по-женски две операции по удалению всех детородных органов. Осталась я с пустой душой, алкоголичкой, блудницей, пошла по всяким бабкам, гадалкам, на дому изгоняли бесов, опускали в какое-то прошлое, все обещали жизнь наладить. Гороскопы составляла у астрологов, и душа моя настолько опустошена была, что я решила с жизнью покончить. Выпила уксус, спасли врачи. Моя бедная мама, гипертоник, сама кое-как пережила эту трагедию, приехала из деревни, закодировала меня и привела в церковь. Я начала посещать очень редко службы. Два раза исповедовалась, причастилась. Господь сподобил, усыновила мальчика. И находясь в декретном отпуске, начала все больше узнавать о Боге, о церкви. И чем больше я узнаю, тем острее понимаю, что спасение для моей души невозможно. Так как была подвержена кодированию по методу Давженко. Сама с этой страстью не справилась. Вот уже два года прошло, и теперь меня мучает вопрос, как быть с этим? Раскодироваться? Как перед Богом отвечать буду? И так во всех грехах смертных виновата. Ни о чем думать больше не могу. Что мне делать? Умоляю, помогите. Вот видите, какая трагическая история. Но она трагическая только на первый взгляд. На самом деле судьба этой женщины не такая уж редкость, к сожалению. И здесь главную проблему я вижу в том, что, конечно, у нее были духовные блуждания, а у кого их не было? Кто в нашей жизни прошел мимо тех соблазнов духовных, которые сейчас предлагаются на каждом перекрестке нашей жизни? Кто не занимался гороскопами, кто не занимался гаданиями, кто не ходил по бабкам, знахаркам? Ну и, конечно, кто из желающих избавиться от алкогольной зависимости не соблазнялся кодированием по методу Давженко. Опасность положения в отчаянии. Эта женщина сама пишет, что ее душа опустошена. Бесследно этих духовных блужданий не проходят, они заканчиваются опустошением души. Ведь это не просто слепые метания человека по жизни куда занесет нелегкое. Нет, человек находится во власти темной духовной реальности. Это она вводит человека осознанно по этим закоулкам духовной жизни, по этим помойкам, чтобы человек весь свой духовный потенциал, который вложен в него для того, чтобы он наслаждался общением с Богом, с пользой для себя и рос и развивался как личность, и достигал своего спасения, весь этот потенциал должен быть истрачен на пустое, на то, что человеку не только никакой пользы не приносит, но наоборот, только вредит. И вот с такой опустошенной душой в среднем возрасте оказывается очень много наших соотечественников, вот так вот поскитавшись духовно. И слава Богу, эта женщина все-таки пришла к Богу в церковь и начала какие-то свои первые неуверенные движения по общению с Богом. И мы видим, что и здесь все это сопровождается теми умственными переживаниями, которые она успела насобирать. Всякими сомнениями, всякими своими собственными предположениями в суд или в осуждение там ей было, и что э, ей не спастись, что там столько совершено грехов, что Господь не сможет, вероятно, их и разгрести, и придется ей погибать. Вот, это опасно. Мы все грешные. В том-то все и дело, что человек не может не ошибаться. Человек только и делает, что ошибается. И самое лучшее, что мы можем себе позволить, это исправлять свои ошибки. Каяться. Ведь грех ⁇ это ошибка. И если мы начинаем видеть в том, что мы делаем грех, видим, что мы ошибаемся, нам нужно обязательно эти ошибки исправлять. И к этому мы и призваны Богом. Он ведь так и сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Человек ничего больше, чем покаяние, не может из себя выдать. Все остальное, что с нами происходит, благополучного в церкви, когда мы каемся, это уже результат покаяния. И он зависит даже не от нас, он зависит от Бога. А от нас зависит только наше искреннее, чистосердечное раскаяние. Наше желание изменить свою жизнь, наше чистое, намерение изменить свою жизнь по Богу, так как Он хочет. И наше покаяние должно привести нас к такому смиренному предстоянию перед Богом, когда мы просто представляем его, предоставляем себя, свою душу Богу и говорим, «Господи, вот возьми меня». Ты видишь, что я натворила в своей жизни. Ты видишь, куда меня только нелегкое не заносило. Чего я только не испила, из какой чаши, какого яда. Не дай мне, Господи, погибнуть. Возьми меня и сделай меня такой, какой ты хочешь меня видеть. Мы все, христиане, имеем удивительную, радостную надежду. Бог нас принимает в таком состоянии, в каком нас могут не принять и даже отказаться от нас все близкие люди, родственники, друзья, сослуживцы. Все люди могут посчитать нас уже конченными, бесперспективными, пропащими людьми. И считать для себя опасным даже приближаться к нам. А Господь нас такими любит. Он нас такими и принимает. От нас нужно только осознание своих ошибок, осознание своего греха. И нам не надо раскодироваться, нам не нужно идти к тем же самым специалистам, которые нас закодировали и приобщили к дьяволу через эту духовную практику оккультного свойства, которая к медицине вообще никакого отношения не имеет. Нам нужно идти прямо к Богу и преподать к Нему, и исповедовать свои грехи по совести, сознаваться Ему в том, за что нам стыдно и перед Ним, и перед людьми. И вот тогда мы с вами обретем эту радостную надежду. Она не оставит нас никогда, всю нашу жизнь, если мы не утратим вот этого покаянного чувства, этого покаянного настроя. Нет людей не ошибающихся. Есть люди, которые не видят своих ошибок и считают себя правыми во всем, потому что они живут в соответствии с какими-то общественными нормами морали, этики, не пьют, не курят, не матерятся, хотят прослыть добропорядочными гражданами и так далее. Вот это-то как раз вызывает у Христа, Спасителя, отвержение. Ведь больше всего претензий у Спасителя было именно к таким людям, кто считал себя нормальными, кто считал себя праведным и не имел никакой нужды в покаянии. Действие благодати Божией в грешной душе человеческой в том и заключается, что происходит вот это растопление этого льда сердечного. Рушится этот наш внутренний камень, который является таким источником духовного бесчувствия, страдания и опустошение, которое мы терпим в своем безбожии, в своих грехах, они предуготовляют нашу душу к покаянию. Они делают ее способной чувствовать боль греха и переживать отвращение к нему. Вот это самое лучшее, что может произойти с человеком. Поэтому, с одной стороны, автору нашего письма можно посочувствовать, посострадать, помолиться за нее, конечно. А с другой стороны, порадоваться. Потому что она еще достаточно молодая женщина, у нее еще есть жизненная перспектива. Она еще здесь, живя на земле, может обрести женское счастье, семейное счастье, к чему она уже вот сейчас так стремится, усыновила ребеночка. И Бог все даст человеку кающемуся, не унывающему, не отчаявшемуся, а надеющемуся на него. Вот это и есть то, для чего Бог пришел на землю. Он пришел, чтобы призвать грешных к покаянию. А для этого нужно сначала увидеть свои грехи и понадеяться на Бога. Нам нужно встать на путь апостола Петра. Ведь он точно так же, как и Иуда, отрекся от Христа. Но в отличие от Иуды, он имел эту надежду. Он ее не утратил. Он возненавидел свой грех, решительно отрекся от него и положился полностью на Христа. А вот Иуда этого не имел. У него не было надежды на Христа. Он не рассчитывал на него, как на Сына Божия. Он не имел ни малейшего представления о Царстве Божьем, которое нет мира сего. Потому что стремился к земному благополучию. И, потеряв надежду на это, отчаялся. Наша надежда простирается дальше. Дальше всего земного. Христианин счастлив здесь, несмотря ни на что, даже наоборот, подлинное настоящее счастье и надежду человек обретает через страдания, через лишение, через скорби, через разочарование во всем мирском, через обнаружение всю, всей фальшивости и ненадежности того, что нам этот мир предлагает. Вот пройдя через эти терни, наша душа и становится способной обнажиться по-настоящему перед Богом и стать для Него пригодной, для Его хозяйской руки, чтобы Он возделал нашу душу и сделал ее пригодной для жизни вместе с собой. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я напоминаю вам о моих лекциях под названием ⁇ Школа православного самосознания ⁇ которые вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом.